Привет, с вами снова Юля, и в сегодняшнем дайджесте вы узнаете, как с помощью машинного обучения отучить кошку таскать в дом мышей, запустить робота на солнечных батареях и даже раздеть девушку. Правда, последняя уже уголовно наказуема в нескольких штатах. Поехали! Парню из Амазон надоело каждый раз убирать ковер и мыть полы за кошкой, которая приносит с улицы мышей. Он решил подойти к этому вопросу технически. Бен прикрепил к кошачьей двери видеокамеру с поддержкой нейронки и систему блокировки. Алгоритм каждый раз проверяет, есть ли у питомца что-то во рту. Если есть, дверь блокируется на 15 минут. А если нет, путь свободен. Чтобы соорудить эту штуку, Бену пришлось научиться программировать и вручную разметить 23 тысячи фотографий кота. Позавидуйте его усидчивости. Разработчики выпустили приложение Deep Nude. Оно раздевает женщин на фотографиях с помощью нейросетей. Обнаженные части тела алгоритм генерирует на основе тысяч других фото. Этот сервис привлек к себе очень много внимания. Несмотря на то, что на полученных фотографиях была наклейка фейк, создатели обвинили в том, что это приложение могут применить в целях преследования женщин. Поэтому они вскоре закрыли сервис. Несколькими днями позже в Вирджинии забанили дипфейки. Нарушителям грозит штраф или год тюрьмы. Вот так-то. Команда из Гарварда создала крошечного робота, который может летать бесконечно. Ну, почти бесконечно. Этого удалось достичь за счет очень легкой конструкции. Механические системы крыла весят всего 4,5 грамма. Робот, похожий на стрекозу, потребляет всего 110-120 милливатт энергии и является самым легким летательным аппаратом в мире. Alibaba разработала прототип экрана, с помощью которого можно потрогать и понюхать виртуальные товары. В экран встроены ароматизаторы и специальные сенсоры. Руками можно выбрать предмет, повернуть его, рассмотреть конструкцию, ну, что угодно. И можно даже ощутить напор воды, которая льется из душа. Но когда эта технология поступит в продажу, неизвестно. Как говорится, будущее уже наступило, но не до конца. И это все технологии прошедшей недели. Любите своих домашних животных, учитесь программировать, но не нарушайте законы. Всем пока!